Сирийские войска ведут прицельные удары по Хомсу вот уже несколько дней. В этом городе, ставшем оплотом оппозиции, только в понедельник утром были убиты 50 человек. В стране царят хаос и насилие. А мировая общественность тем временем спорит о правильности решения по отношению к Сирии. После блокирования России и Китаем резолюции Совета безопасности ООН, Запад намерен самостоятельно оказывать давление на режим Асада. Европа и США уже объявили о введении новых санкций. Санкции будут применяться максимально эффективно, с тем, чтобы лишить Сирию источников финансирования и поставок оружия, на которых держится весь военный механизм режима. Угроза, которая прозвучала далеко не в последнюю очередь в адрес поставщика вооружений России. После посещения Бахрейна глава российского МИДа во вторник намерен прибыть в Дамаск для встречи с президентом Сирии Башаром Асадом. Россия и Китай продолжают выступать против принятия резолюции Совбезом ООН. По мнению Пекина, проект представленного документа односторонен. Оказывать давление на одну сторону и поддерживать другую – это не приведет ни к каким изменениям. Однако и Китай не желает, чтобы Сирия погрязла в затяжном насилии. А пока мировая общественность продолжает искать решение по выходу из сложившейся ситуации.